действует Москва. Первый канал начинает прямой репортаж с матча открытия финального турнира 21-го чемпионата мира по футболу. В российской столице на поле обновленных Лужников. Выйдет две команды. Команда Мирмикарии, Вьетнам, против команды Филахов, Египет. И как вы поняли, комментировать этот матч мне будут помогать знаменитые комментаторы. Итак, на поле появляются сборные. Игроки появляются на поле, и сейчас начнется матч. Я специально сделал небольшую паузу, чтобы вы услышали вот эту атмосферу, ощутили атмосферу Лужников. Так, поехали. Ну, ребят, заряжай. Итак, ребята, мяч на поле, и как вы видите, вместо него у нас выступает таракан. Мяч находится на стороне Филахов. Филахи начинают свое наступление. Очень опасно, но ничего не получается. Мяч проходит около ворот, совсем близко. Наступают Филахи. Так, Мирмикария обороняется. Мяч находится в углу, но ничего не получается. Теперь Филахи обороняются. Мяч проходит прямо возле совсем ворот. Дальше опять развертывают наступление. Филахи очень опасно. Опасно, мяч прокатывается. Гол! Гол, ребята! Смотрим повтор. Забалета против Нани. Навес. Бербах. Это Уэйн Руни! Это Уэйн Руни! Вы видели это? Удар в падении через себя. Фантастика! Вообще супер! Через все поле прошел мяч. Через все поле. Так, продолжается встреча. Счет 1-0. Теперь наступает Мирмикария. Вьетнамцы. Но вратарь на месте. Наступление Филахов опять. Мирмикария пытается противостоять. Защитники обороняются. Что же мы видим? Гол. Счет становится 2-0. Блестяще отыграли футболисты Ливерпуля. Вы посмотрите, что творится. Гол какой! Блистательно! Мяч на стороне вьетнамцев. Опять наступление команды из Африки. Но в этот раз защитники справляются. Передача через все поле. Габидини, левая! Буфонище! Наконец-то в этом году нашелся повод это сказать. А то так и встретили бы Новый год без Буфонище. Ну-ка. Ух, тут рикошет еще был. Сумасшедший мяч потащил Буфон. Теперь наступает Филахи. Очень опасно. Гол, еще один гол. 3-0. Громят просто, ребята. Рональдиньо. Ой-ой-ой-ой-ой! Можно уйти со стадиона на некоторое время. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное? Итак, матч продолжается. Теперь наступает Мирмикария. Здесь активно обороняются у нас Филахи. Что мы видим? Потасовка в штрафной площади. Потасовка. Пенальти! Пенальти должен быть! Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение штрафной площади дают штрафной! Это что за фокусы вообще? Где Бог? Мало того, что красная карточка должна быть за срыв и за фол от... Пенальти, 100% пиши! Мирошниченко убил у нас уже один раз в Москве! Что еще нужно? Позор российскому футбольному корпусу! И штрафуйте меня за это! Позорнейшее решение Мирошниченко! Позор Мирошниченко! Это позор
российского футбола! Нифига, это позорище! Смотрите футбол без комментатора. До свидания. У команды «Мир Микарии» сдают нервы. Сдают нервы, счет 3-0. Драка в нее активно подключаются. Все футболисты сборной Вьетнама. Игроки удалены с поля. Продолжается матч. Итак, мы видим уже наступление «Мир Микарии». Как выручает вратарь. Вы посмотрите, гол. Нет, не спасает. Гол. Буфонище! Чудовищное буфонище! Не сумел с двух раз выручить свою команду. И я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать. Как можно такие мячи отбить два раза? Когда вы вспомните еще такой сейв два раза с линии ворот Буфонище? Бунтари гол забил! Был гол! Был гол, судья этого не видел! Но все равно Буфонище! Объятище! Футболище! 3-1 счет, 3-1. Продолжает наступать «Мир Микария», но филахи перехватывают инициативу. И гол! Гол! Гол филахов! Гол 4-1. Но «Мир Микария» не сдается и забивает свой гол. 4-2 счет. Что-то невообразимое. Мяч находится на стороне филахов. Продолжается наступление. Но на центре поля «Мир Микария» активно сопротивляется. Итак, мяч возле ворот филахов, гол, 4-3. Нет, ну совсем охамел, что там в воротах Джан-Луиджи Буфон вообще. 4-3, почти сравняли счет. Мяч находится на стороне поля филахов. Активно «Мир Микария» пытается подать, уходит в угол. Уходит в угол, подает, но вратарь спасает, посмотрите на это. Минсон, он с мячом, передача Вандервард. Ой, блестяще! Блестяще Вандервард! Ну как можно здесь не отдать пяткой? Мяч на стороне поля филахов. «Мир Микария» не сдается. Ох, как близко прошел мяч к воротам. Апача! Ап, какая подача опасная. Но вратарь спасает. Так, филахи начинают развивать свое наступление. Мяч почти уже достиг центра поля. Здесь активно сопротивляются игроки сборной Вьетнама. Мяч застыл в центре поля. Филахи продолжают его вести в сторону ворот. Будет ли гол? Будет ли гол? Мяч про... Гол! Ребята, гол! Гол! Подача! Гол! 5-3! 5-3! «Мир Микария» на этом не останавливается, продолжает свое наступление. Мяч находится уже практически возле ворот филах. Смотрим, гол! Все-таки был гол! Все-таки был гол! 5-4! 5-4, ребята! Сборная Египта продолжает наступление, хочет увеличить свой отрыв. Напоминаю, счет у нас 5-4. Но тут пока еще сборная «Мир Микарии» активно пытается сопротивляться. Но мяч пересекает центральную линию. Смотрим, что же будет дальше. Вьетнамцы активно сопротивляются. Но мяч как зачарованный проходит по бровке. Очень близко к воротам было, опасно. Но гола не было. Гола не было. Продолжается теперь наступление сборной «Мир Микарии», сборной Вьетнама. Мяч уже пересек центральную линию. Продолжается наступление. Филахи, как активно они обороняются. Как активно. Все прям скопились в штрафной зоне. Мяч проходит очень близко к воротам. Но нет гола, нет гола. Давайте, ребята, мы надеемся, что вы сможете сравнять счет. Вьетнамцы продолжают свое наступление. Мяч на половине поля филахов. Но тут смотрите, как защитники активно играют. Как активно же они играют. «Мир Микария» тоже не сдается. Мяч идет к воротам. Ох, как рядом прошел мяч. И гол, ребята. Гол, гол. Сравнивается счет. Счет 5-5. Месси обыграл весь Реал. Месси 2-0.
Какая же встреча напряженная. Опять Мермикария не сбавляет темпов. Опять она начинает свое наступление. Все скопились в штрафной зоне у филахов. Все не дают забить мяч. Итак, переходят в контрнаступление. Мяч входит практически уже в штрафную Мермикарии. Очень опасно. Мермикария тоже продолжает наступление. И мяч очень близко к воротам. Нет, нету гола. Нет, не забили. Теперь наступление проводят Мермикария. Вьетнамцы очень активно прибавили. Гол! Ребята, выходят вперед. 5-6 или 6-5. Ох, как опасно, ребята. Мермикария вперед и продолжает. Посмотрите, продолжает наступление, не сбавляет темпов. Как, ох ты, как защитник филахов на мяч набросился активно. Так, теперь филахи в контрнаступлении. Очень опасно, мяч находится возле ворот. Возле ворот мяч. Гол, ребята, сравнивают счет 6-6. Фух, какая же встреча интересная. Ох, сколько голов. 6-6. Продолжает наступление Мермикари. Мы видим, как опасно мяч. Практически возле ворот. Гол! Выходит вперед. 6-7. Счет становится. Теперь наступают филахи. Наступают. Мяч находится в центральной зоне. В центральной зоне, где мяч не видим. Вот он, мяч находится в центральной зоне. Филахи продолжают наступление. Египет тоже очень сильно прибавил. Хочет очень забить и сравнять счет. Мяч находится практически в штрафной зоне у вьетнамцев. Что же предпримут филахи? Нападающие очень активно действуют, но защитники, смотрите, смотрите, что они делают. Они просто вышвыривают мяч из своей штрафной зоны. Так, сейчас небольшое затишье, но мяч находится по-прежнему на стороне Мермикарии. Как активно начали действовать филахи, пытаются сравнять счет. И мы видим, Мермикария тоже вся в штрафной зоне, практически в своей, на своей середине. Все в оборону. Так, филахи активно. Не туда мяч повел. Куда же ты повел мяч? Повел в свою зону. Мяч находится на центральной линии. И здесь уже инициативу перехватывает Мермикария. Продолжается наступление. Но филахи, как активно они действуют в своей зоне. Посмотрите, что делает вратарь. Буфонище! Чудовищное буфонище! Не сумел с двух раз выручить свою команду. Он просто вышвыривает мяч на сторону вьетнамцев. Наступление продолжается. Продолжают филахи прессинговать. Но Мермикария вся здесь. Вся здесь гол! Гол, посмотрите, на повторе видно. Ух ты! Ух ты! Сравнивают счет. 7-7. Какая же игра. Очень, очень тяжело обеим командам. Филахи не сдаются. Ох, как здесь активно они играют. Как пытаются выйти все-таки вперед. Но Мермикария перехватывает инициативу. Мяч находится на стороне поля филахов. Мермикария продолжает. Но здесь вратарь спасает. Посмотрите, как активно он играет. И вот момент, который может решить судьбу шота. И попал! Вот это да! Вратарь выручает. Защитник. Ох, как активно играет филахи в своей штрафной зоне. Очень опасно. Мяч находится возле штрафной филахов. Что же здесь предпримет защита? Выведет ли она мяч? Мермикария, нападающий Мермикарий, пытается забросить мяч в ворота. Но не получается. Мяч надо протащить на белый прямоугольник. Только тогда мы засчитаем гол. Итак, теперь наступают филахи. Они все-таки хотят выйти вперед. Напоминаю, что счет равный 7-7. Очень агрессивно играют игроки. Очень. Вы посмотрите. Мяч на середине поля. Никто не хочет уступать. Так, Мермикария вроде бы пытается развить успех. Пытается предпринять какие-то действия. Но ничего не получается. Дают друг другу пас. Пока не могут придумать, как же протолкнуть мяч в штрафную зону. Мяч находится возле центрального круга. Игроки одной и второй команды. Итак, Мермикария продолжает свое наступление. Мяч находится в зоне филахов. Посмотрим, что они смогут предпринять. Пока ничего опасного игроки не могут придумать. Все уже подустали. Подустали игроки, видно. Итак, филахи. Теперь филахи начинают свое наступление. Пытаются перекинуть мяч в сторону
команды из Вьетнама, но ничего пока не получается. Итак, Филахи начинают свое наступление. Так, Мирмикария активно пытается обороняться. Очень жесткие схватки происходят в центральной зоне. Пока никто из команд не может выйти вперед. Все игроки уже устали. Поэтому здесь видно, что и Мирмикария, и Филахи, какие бы активные попытки они не предпринимали, силы у игроков находятся на исходе. Итак, смотрите, Филахи начинают активно действовать, но мяч по-прежнему находится на их зоне, на их половине поля. Мирмикария не сдается, из последних сил пытается начать свое наступление и выйти вперед в этом матче. Активно действуют полузащитники, пытаются увидеть нападающих, пытаются дать им мяч. Активно здесь дают пасы. В штрафной зоне там продолжается активная борьба. Все открываются, пытаются игроки Мирмикарии. Ох, как они прибавили во второй половине. Итак, очень опасно. Мяч в штрафной зоне Филахов. Что же будет? Нет гола. Ох, как сражаются футболисты из команды Египта. Но, тем не менее, мяч продолжает находиться на их половине поля. Итак, сейчас могут предпринять контратаку. Идут в наступление. Теперь уже обороняются игроки сборной Мирмикарии. Очень опасно. Мяч находится на их половине поля. Мяч находится возле штрафной. Но здесь защитники действуют очень хладнокровно, очень четко. Итак, мяч находится на стороне поля Филахов. Последние минутки идут боя. Последние минутки матча. Все футболисты, посмотрите, устали. И тут очень опасно. Филахи пытаются вывести мяч из своей зоны, из своей половины поля. Мяч находится возле ворот. Как же опасно. Вратарь, где вратарь? Надо срочно вывести. Нападающий Филах. Ох, как он, нападающий Мирмикарий, пытался забросить. Но вратарь на месте. Буфонище! Чудовищный буфонище! Ай, здесь был гол здесь. А теперь специально для тех, кто нас смотрит в больших компаниях, например, в барах, мяч забил Криштиану. И еще разок все вместе, Криштиану Роналду. Счет становится 7-8. Мирмикария выходит вперед. Как активно они прибавили во второй половине. И Филахам надо сейчас предпринять последние попытки к наступлению. Все обороняются. Посмотрите, все находятся в штрафной зоне у Мирмикарии. Просто держат счет, играют на удержание. И тем не менее мяч находится у Филахов. Они все здесь, все пытаются начать развить контрнаступление. Счет 7-8 в пользу Мирмикарии. И смотрите, они продолжают наступление и забивают гол. 7-9 счет становится. 7-9, 9-7 в пользу Мирмикарии. Как они прибавили, эти игроки. И смотрите, они сбавляют темпов, продолжают свое наступление. Филахи уже ничего не могут сделать. Игроки из Африки, ох, начинают наступление. Начинает нападающий, вроде распасуют друг другу. Опасно, мяч практически врывается в штрафную. Здесь активно начинают действовать защитники Мирмикарии. Вьетнамцы очень активно действуют. И звучит финальный свисток, ребята. 9-7, Мирмикария победила. Как опасно они в конце играли, как они рьяно пытались вырвать эту победу, и у них это получилось. Всем спасибо, что посмотрели наш матч. 9-7. Вьетнамцы, Мирмикария победили. Команда из Африки, Египет, Филахи, к сожалению, проиграли. Может быть, они попробуют взять реванш. Будем наблюдать за этим футбольным просто праздником, каким-то футбольным событием. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наш канал. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.